Спикер Сената парламента Маулен Эшимбаев принял участие в церемонии прощания с государственным и общественным деятелем. Первым председателем Сената, кавалером ордена УТАН, академиком Умирбеком Байгельда. На гражданскую панихиду, которая состоялась во Дворце мира и согласия в Астане, прибыли его родственники, друзья, коллеги и соратники. Маулен Эшимбаев почтил память выдающегося государственного и общественного деятеля и зачитал телеграмму соболезнования президента страны Касым-Жомарта Токаева. Умирбек Байгельдыулы был выдающейся личностью, стоявшей у истоков обретения суверенитета нашей страной, гражданином, отдававшим все свои силы во благо развития нашей Родины. Он внес большой вклад в становление парламента Республики Казахстан. Благодаря своему богатому жизненному опыту и исключительным человеческим качествам он снискал уважение в обществе. Имя и светлый образ Умирбека Байгельдыулы, который оставил яркий след в истории страны, навсегда останутся в нашей памяти.